Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где я каждый день я хожу в море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 13 июля. Целый день была отличная погода. Сейчас вот на море ветер. Близится закат. Море слегка взволновалось. Температура воздуха где-то 27 градусов. Люди гуляют. Даже здесь, среди пляжа, приходят посидеть на камнях. И вернемся снова к началу видео. Смотрите, сколько тут трафика. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите Черное море каждый день. Всем пока!